Девчонки, всем привет! Мы сегодня с вами едим роллы. Это мои любимые роллы. Давайте я сделаю фокус на них. Налью пока соевый соус и расскажу, что в этом видео у нас будет подарок. Ребят, у нас тема на самом деле сегодня грустная, но решила я подсластить такой вот колонкой. Буду ее разыгрывать в своем телеграм-канале. Такую колонку Маруся, посмотрите, она такая зелененькая, красивая. Сам розыгрыш пройдет в телеграм-канале, давайте в субботу. В субботу в 12 часов дня. Что нужно сделать? Нужно просто подписаться на мой телеграм-канал, написать под постом любое слово, смайлик, что хотите. Если вы живете в России, по России я отправлю куда угодно, за свой счет. Вам нужно будет только сходить на почту и получить ее. Вот, отправлю либо почту России, либо с деком, либо чем вам будет удобно. Если будет в Москве, то, может быть, даже встретимся. Но я не уверена, потому что у меня ребенок. Мне некогда встречаться, ребят. Все, колонку забирайте в телеграме. Жду вас. Условие: быть подписанным и написать любой комментарий. Все. Я сегодня целый день пытаюсь уложить Аришу спать. Это нереально. Сейчас она играет, лежит. И вот тут ее поставлю. Пусть стоит. Напоминает вам, что нужно подписаться на Кейт Ям. Просто Ямбанк у меня называется телеграм-канал. Короче, целый день пытаюсь уложить Арину спать, она не спит ни в какую, меня уже это достало, у меня уже тут роллы, мне кажется, просрочились, пока я ее жду, пока она заснет. Все, давайте начинать, будем пробовать. Я вот сегодня красилась, что-то пыталась красивое с собой сделать, но как-то по итогу вот так. Нет, Арина, не плачь. Давайте пробовать. Первые роллы с лососем. Так вот хочу, чтобы роллы было видно. Надеюсь, что они реально не пропали. Роллы я заказывала в Йоджи, как всегда. Ну там, правда, ребят, мне нравится. Цена качество. Вот цена качество. Нормально. Мне их привезли сегодня, часа три назад. И Арина засыпает и просыпается, засыпает и просыпается. В общем, что хочу сказать. Ютубу крышка в России. Поэтому, ребят, я буду, ну, как бы выкладываться в любом случае на YouTube, хотя он сейчас замедляется, я не знаю, как я буду выкладывать видео. Но, пожалуйста, подписывайтесь на Рутуб, на ВК, на Дзен, вообще, где вы сидите, там подписывайтесь. Все ссылки будут в описании. И, ну, буду пытаться уже там работать, выкладывать туда все. Потому что я сейчас все заливаю сюда. И на YouTube, и как бы на другие платформы, ну, забиваю, если честно, на них. Но все то время ушло, когда можно было только на YouTube. Поэтому подписывайтесь в ВК, Рутуб. И смотрите там. Очень вкусные роллы. Расстроена ли я этим фактом? Да, расстроена. Потому что так как работает YouTube, его рекомендации и так далее, так не работают наши платформы пока что. Я не знаю, как сейчас, но вот когда я туда заходила, там полгода назад, там ничего не работало, может быть, они уже настроили. Я, помните, даже писала в Рутуб, я им писала, почему у меня так мало просмотров, а там, ребята, у меня просмотров типа 20. Я говорю, почему так мало? Я говорю, может быть, у вас, ну, какие-то проблемы с алгоритмами, и я выполняю все ваши рекомендации, и у меня всего лишь там по 20 просмотров. Они мне сказали, что... Ну да, вот так. Я говорю, может, у вас что-то сломано, может, я в каком-то черном листе нахожусь. Почему мои видео никто не смотрит? Они сказали, нет, все у вас в порядке, просто вот так мы работаем. Вы не в черном, вы не в бане. А мне кажется, я в бане. Вот, поэтому буду рада подписке. Какому-то активу именно на этих платформах новой реальности. Потому что
корня он вообще эту подключит, как мне кажется. И охваты, я думаю, совсем упадут. Поэтому, ребят, подписывайтесь. Ссылки и контакты будут в описании, чтобы мы просто с вами не потерялись. Давайте посмотрим, что это такое. Это, знаете, такой как бы ролл в формате хот-дога. Он так и называется, хот-дог. Он с крабовыми палками. Давайте пробовать. Очень вкусно, очень жирно. Ариш там лежит, сама занимается. Надо было, в принципе, так сделать давно, потому что я все пыталась уложить, чтобы спокойненько снять. Но, в принципе, она мне так и не мешает снимать. Вот она лежит, сама занимается, сама собой. Это ролл с белой рыбой, филадельфия, с угрём и тунец. Я, ребята, вот такую вот рыбу очень полюбила. Называется масляная рыба. Внутри тут авокадо. Роллы, честно, обалденные. Я тут не сдержалась. И пока что все настраивала и так далее. Съела каждого по штучке. Это очень вкусно. Хорошие роллы. Я видела недавно, Яна Лученко снимала с ними. Тоже от Йоджи. И она сказала просто, что ну неплохие роллы. На самом деле, ребят, это... лучший ролл за такую цену. Плюс, я заказывала днем, и там есть скидка 20% по будням с 11 до 3. Короче, это круто. Лучшие роллы формата цена-качество. Так, что дальше? Конечно, ребят, я расстроена, потому что так, получается, ты, ну, как, работаешь, что-то делаешь, и вот так вот, бать, и все, больше, как бы, платформа работать не будет. Но я думаю, что она, конечно, будет работать просто хуже, просто медленнее, и надо, знаете, себя пересилить, перебороть, и просто начать сидеть в ВК. Вот и все. Я даже не знаю, что более лучше, где вам удобнее смотреть видео. Напишите, кстати, где вы смотрите видео. В ВКонтакте, либо на Рутубе. Я больше смотрю на Рутубе, вот так вот, если говорить, потому что я сейчас просто подсела на выжить в Дубае. На звезды в Африке. Вот так. И я смотрю это все на Рутубе. Ребят, колоночка. Чтобы выиграть колонку, подписывайтесь на телеграм-канал, пишите комментарии. Я просто думала, чтобы разыграть. И вот решила разыграть колонку, потому что я сама... Ну, я хотела какое-то время назад колонку. Кто подписан мне в телеграм-канал, знает, что я такая, блин, я хочу себе Алису. Вот, это Маруся. Разыгрываю Марусю, и там как раз-таки ВК-музыка, по-моему. Что актуально. Так... пробуем. Я себе обновила полностью косметичку. Мне, кстати, даже не стыдно сделать распаковку своей косметички. Там база, такая хорошая база, ребят. Девочки, кому интересно, пишите. Если будет много желающих, сделаем. Ариш там плачет, надо уже идти. Вкусно. Сейчас буду. Ребят, я же совсем забыла. Все, ребят, я тут. Я же совсем забыла. Мы ездили в отпуск. И, кстати, в Телеграме все выкладывала. Ну, не все выкладывала. Знаете, что могла, то выкладывала. Я вообще в душе, наверное, не такой блогер лайфстайл, который постоянно постит. Все, мне тяжело это дается. Я, знаете, хочу отдохнуть. Я не хочу постоянно эти кружки записывать. И мне вообще кажется, что это тупо, никому не нужно. Ну... синдром самозванца у меня есть. В общем, мы были в отпуске, и нашего любимого Чарлика отдавали заводчице, ну, на это время, пока мы были в отъезде.
И знаете, что, ребята, она сказала? Она сказала, что Чарлик ужасно потолстел. Я такая, типа, наоборот, была счастлива, что он немножко поднабрал, что, ну, потому что он раньше плохо ел все время, а сейчас он стал хорошо есть. Я прямо ему там накладывала. И она сказала, что он потолстел, что это очень вредно для собак, что у него там будут проблемы с печенью, возможно, что я ему даю плохой корм. Я ему давала корм Фармина, Фармина ушла из России. Сейчас я давала другой, она сказала, что он плохой, что, ну, мне, знаете, казалось, чем больше мяса в корме, тем лучше. По факту нет, она сказала, что наоборот, высокое содержание белка дает большую нагрузку на собаку, и столько белка не нужно, как бы. Корм чисто на мясе, это не очень вариант. В общем, сказала, какой нужно корм, сейчас я его поменяла. Такие дела. То есть он приехал от нее, он вообще похудевший такой. Знаете, у него пузо впало. Мне так нравилось, что он такой кабанчик стал. Потому что я на самом деле хотела, чтобы он был таким мощным мальчиком. Но по итогу это не в породе, как бы, не в их породе быть толстячками. У них в породе они должны быть такими худенькими. То есть это не французский бульдог, это не английский бульдог. Это Бостон Терьер. Я сейчас прикреплю фотографию, какие они должны быть. Как такие, знаете, лани. Худые. Мне, конечно, это так себе, но что поделать. Арина сейчас сидит вот на руках, молчит. Я полюбила роллы с тунцом. Раньше не воспринимала, сейчас с удовольствием ем. В общем, ребят, подписывайтесь в Телеграм, подписывайтесь везде, потому что непонятно, на какой из платформ я реально буду, ну, как бы, жить. Что, знаете, я буду говорить там не на Ютубе, а на ВК постоянно, типа, я на ВК выложила. Но со временем, я думаю, так и будет. Наверное, я не знаю. Где вы смотрите все видео? Короче говоря, я же кормила, знаете, как Чарлика? Я ему давала, там у меня есть такая рюмка мерная. Я ему давала 2 рюмки утром, 2 рюмки вечером. Еще там добавляла сыр или еще что-то. Чар, не надо. Она мне сказала, что ему надо давать 1 рюмку утром мерную и 1,5 рюмки вечером. И она говорит, что... И он, типа, ты его перекармливаешь, поэтому он носом вертит. Как бы не хочет есть просто без добавок корм. Вот он у нее побыл неделю. Она его кормила. Она говорит, он у меня 3 кормления пропустил, то есть он 1,5 дня не ел. Он говорит, и все, стал есть как миленький, без всяких добавок. И действительно, он вот этими маленькими порциями, он сухает, он съедает полностью этот сухой корм. Ну, то есть ему нормально. Ну, посмотрим. Я вот буду стараться его не баловать. Вообще ему ничего лишнего не давать. Вот. Сказала, что он погрустнел. Ну, понятное дело, что у нас Арина. Он погрустнел, наверное, из-за этого. Плюс еще кастрация все-таки сделала свое дело. Чарли стал намного спокойнее после кастрации. Вот так. Чарли, можно отойти? Чарли. Лезет. Вот так. Сегодня снимаю, ребят, так вот на полу сижу. Сейчас сниму. Пойдем гулять, потому что на улице пасмурно, классная погода, я такую люблю. Кстати говоря, я загорела, как вы видите. Не знаю, видите или нет. Вообще отдохнули отлично. Вот. Ребят, я уже близка, чтобы начать монтировать Таиланд. Я просто к этому близка. Все, ребят, Арина заснула. Так, девочки, всем привет.
Сегодня мы с вами едим роллы. Ой, блядь, забыла точно.